И в без того никогда не пустующем зале экзаменационного отделения республиканского ГИБДД уже второе утро подряд аншлаг. Новость о том, что решить все орг-вопросы теперь можно быстро и удобно для себя, облетела автолюбителей Удмуртии в считанные дни. Первые счастливчики выходят из нужного кабинета с новыми правами и свидетельствами о регистрации транспорта, улыбаясь. Говорят, в МФЦ на это ушло бы много времени. Да, очередь там больше на порядок. Получается, и по времени я мог потерять до 6 часов, до 4 часов. То есть 20 минут, либо 4 часа есть разница. Рядом квалифицированный консультант. Автовладелец садится за компьютер, заходит на сайт госуслуг, ищет специалиста, который поможет ему получить права, зарегистрировать авто, записаться на экзамен по вождению и отправляет все данные. Затем сам выбирает удобное время и день, когда придет за результатом. Ну это очень удобно даже. Как бы дома это все равно все не увидишь, как бы не поймешь. Здесь все объясняют, поймут учеты. Ожидать ответа при самостоятельной домашней регистрации, говорят, в госавтоинспекции ненадежно, есть риск ошибки или сбоя системы и долго. Желающих сэкономить свое время, не стоять в очередях и в дальнейшем получать госуслуги по линии ГИБДД с каждым днем становится больше, хотя многие еще и не слышали о подобных нововведениях. Как показывает практика, на сегодняшний день не все заявители знакомы с тем, что есть возможность подать заявку на получение госуслуг именно посредством портала госуслуг. Вот. И большая часть заявителей, мало того, что не знают, что есть возможность, они и не зарегистрированы сегодняшний день на портале. Поэтому ГИБДД Республики совместно с представителями Центра обслуживания проводят такую акцию. Как заявили в ГИБДД, за два дня своеобразного флешмоба к ним обратились почти 2000 автовладельцев. Дмитрий Вороновнин, Руслан Нуриахметов, телеканал «Моя Удмуртия».